А зачем молиться? Бог все знает, что нам нужно. Он есть любовь. И что же нам еще нужно? Он любовь и все знает, что мне нужно. Зачем же молиться? Молитва – это есть тот акт, благодаря которому или которым я свою душу хоть немножко делаю доступным действию Божию. Солнце светит, но пока у нас черные шторы, у нас никакого света нет. Вот что делает молитва. А зачем молиться? Бог все знает, что нам нужно. Нет молитвы, если человек читает без внимания и покаяния. Нет ее. Пустота. Магнитофон. Попугай. А ты где? Какой страшный самообман царится в христианском обществе, когда молитву превратили в какую-то, знаете ли, игрушку. Вы прочитали молитву? Да, я прочитал молитву. А дальше не прибавляет. Но я не молился. Вы помолились о том-то человеке? Да, я подал записку. Вы слышите? И свечку поставил. Это он помолился. Это что за обман такой? А ты молился? Записку подал и свечку поставил. Что, язычники, что ли? Мы к кому обращаемся? К живому Богу. Как мы обращаемся к живому человеку? Мы что, ему записку суем, да? И рубль прикладываем. Мы обращаемся к нему осознанно, разумно. А к Богу как? Нет молитвы, если человек читает без внимания и покаяния. Нет ее. Пустота.